Я вызову полицию, если вы не рассчитаете. Полицию? Да. Ну и что ты им скажешь? В смысле? Вот у меня на видео записано, кто ехал и сколько денег пришел. Ехал, он должен? Да не вопрос. Давай. Я тебе даю 40, и ты едешь. Не, давай. Не, ну просто... Согласен? За 40, хорошо. Ну не, ну блядь, 40, это 40, блядь. Ну не 45, там. Мужики, служба просчитала. Сейчас Новый год, первое число. Десятку сдачи. Ну, а что десятку? 45 проезд. 45? Да. Ну, на 40. На 40. Давай 40. А что на 40? Як ты что? Я человека только что портал. Ты что меня ебал? Ну 45 проезд. Не. Не гони. Типа я буду просто. Не, ты мне даешь десятку сейчас и просто так. Потому что, блядь, ты меня ебешь. Да ты ж его подвез. Откуда ты его подвез? От Европы. Короче, я вызываю полицию, постойте. Вызывай. О, блядь, за ци 5 рублей. За ци 5 рублей. Я тебе сюда. Могу у меня сказать? Видео есть, все пишется. И сколько... Ну, ты скажи. И вот проезд там, написан, блядь, диспетчер. Ну, ты скажи. Я тебе могу сказать, ты деньги дали, полтос мы тебе дали, все, что ты хочешь, блядь. Ты реально думаешь, ты что, умный, блядь, или что? Че ты, блядь, чем, или мы с тобой не пересечемся вообще в этом городе? Алло, алло, алло. Давай, звони, 102, там, блядь. Доброй ночи. Что хочешь, звони. А пришлите, пожалуйста, экипаж школа-интернат на Короленко, здесь люди проехали платить. Платить не хотят в такси. Да тебе люди денег. Заплатили, что ты пиздишь. Ну, тебе денег дали. Что ты даешь? Хорошо, дали. Хорошо, идем. Ну. Сдачу я 5 денег. Гривен что даю, такое? Вы согласны? Да? 5 гривен сдачу даю. И уебаешь нахуй. Давай. Я больше не видел. Давай. Все. Потому что, блядь, ты реально охуевший. И потом, поверь мне. Давай. Ты потом пожалеешь, нахуй, вообще. Вам служба просчитала, это я придумал. Где? Покажи мне, где служба просчитала. Служба мне нихуя не сказала. Ну это ж не мои проблемы. Твоя служба, если честно, я по ней уже езжу не первый раз. И она говорит, какая сумма. Братан, только ты машина? Мне предъявил, блядь, сумму. Братан, нет, вот твоя дело машина? В том, что. Братан, а? Машина твоя? Ну не, покажи. Не, ну блядь, не, дай оператора. Базара нема. Дай оператора, который скажет мне, сколько мне денег насчитали. Я тогда с тобой соглашусь, я пожму тебе руку, и я тебе не буду ни хера говорить. Можно так? Ну сейчас, может еще экипаж полиции. Ну просто реально это обдирательство, блядь, проехать, ну, тут хуй да хуй. Я бы мог трусов... 3000-ное такси вызвать. Там сейчас двойной тариф. 3000-ное? Базара нема. Я знал бы, за что я платил. Жизнь. Просто 404, я уже езжу не первый раз. Я здравствуйте, 967, а скажите, пожалуйста, на школу-интернат тут. От Аэрополя. От Аэрополя, какой просчет был? Я тебя не буду ничего. Сколько, повторите? В смысле, сколько? Вы слышали? 44. 44. Спасибо 44. Большое. Ну, так а ты... А ты уже меня ебешь на рубль. Ну, давай, будь здоров. Ну, ты же ну, уже принцип, блядь. Ну, какой принцип? Ну, я ж стоял тут, пока вы пиво пили. Сколько я простоял? Простую гривну минуту. Ну, на гривню мы тут и стояли. Все, давай, дружище. Мы тебе заплатили, все, давай. Хочешь еще что-то? Ну, если хочешь, давай побалакаем. Ну, ты простоишь так само, даже если не хочешь. Давай, не гвоздя, не жезла. С Новым годом. Давай.